Февраль для профессиональных и начинающих читинских танцоров – самый любимый месяц. На несколько дней можно окунуться в атмосферу импровизации, творчества и экспериментов, получить новый опыт и знания, например, на мастер-классах. Танцы, самовыражение contemporary в Чите знают немного, но учить основным элементам специально из Германии в Забайкалье приехала Натали Брокман. Конечно, я не хочу назвать немцев ленивыми, но в русских я вижу больше желания узнать что-то новое. Немецкие танцоры тоже хороши, но больше стремления я вижу в ваших ребятах. А это хип-хоп-площадка. Кеды, бейсболки, бесформенные штаны и майки. Чтобы зацепить жюри, дается всего 20 секунд. 8 самых сильных участников борются за звание победителей уже один на один. Валерия Квашнина, Анна Кулигина, ЗапТВ.